Смена объединила работников культуры, здравоохранения, образования и молодежной политики. Делегацию Анапы представляли сотрудники молодежного центра «21 век», Дома культуры молодежной и городской больницы. У ребят была всего неделя, чтобы обсудить актуальные проблемы социальной сферы и задать вопросы приглашенным гостям. Также участникам предстояло готовить еду на костре, придумать творческие номера и сдавать нормативы ГТО. За неделю пребывания на молодежном форуме его участники приобрели новых друзей, единомышленников, теоретические и практические знания. Благодаря слаженной командной работе анапская делегация заняла в общем зачете второе место.